Только вышел на свободу, и вот снова задержан. В Москве полиция забрала в ОВД активиста Ильдара Дадина. Он пытался провести пикет у здания ФСИН, требовал отставки у ФСИН Карелии. Стражи правопорядка попросили Дадина предъявить документы, тот отказался. Жена активиста рассказала Лайфу, что он просто забыл паспорт дома. К нему подошли сотрудники полиции, сказали, покажи паспорт. Он говорит, забыл дома. И его увезли. Я приехала, пикет начался в 10:00, я приехала в 10:30 с его паспортом. Мне говорят, а все, уже увезли. Наверное, знаете, недавно были отставки функционеров службы исполнения наказаний, но, к сожалению, под отставку не попал глава УФСИН Карелии Терех и другие сотрудники УФСИН по Карелии, которые, как мы считаем, ответственны за пытки, происходящие в колониях Карелии. Дадин совсем недавно, в конце февраля, вышел на свободу. В 2015-м его осудили на 3 года колонии за неоднократные нарушения на митингах. В прошлом году приговор смягчили до 2,5 лет. Дадин стал первым осужденным в России по этой статье Уголовного кодекса. В ноябре прошлого года он заявил о пытках в колонии. Следственный комитет и ФСИН провели проверку. Слова Дадина не подтвердились. Вещами. Всем спасибо за поддержку.